Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы решили создать уют в доме с помощью комнатных растений, но думаете, что они могут быть опасными для вашего питомца? Не переживайте, мы знаем, как вам помочь. В этом выпуске мы расскажем вам о безопасных для домашних животных комнатных растениях. Домашние животные и комнатные растения. Больше вам не придется выбирать между ними, ведь существуют целые группы домашних растений, безопасных для питомцев. Итак, представляем наш топ-7 безопасных для кошек и собак комнатных растений. Первое безопасное для домашних животных растение – орхидея. Красивая, яркая, высокая орхидея, несомненно, украсит ваш дом и не нанесет никакого вреда вашему четвероногому другу. Следите только за тем, чтобы кошка или собака сами не портили внешний вид растения. Фиалка – еще одно безопасное для домашних животных растение. Из небольших фиалок можно без проблем сделать настоящую клумбу на подоконнике или балконе. И красиво, и абсолютно безопасно для питомцев. Зеленый папоротник освежит домашнюю обстановку. Уход за этим домашним растением несложен, а смотрится оно очень эффектно. Ну и, безусловно, главное его достоинство заключается в том, что оно безопасно для мяукающих и лающих друзей человека. Хлорофитум – распространенное домашнее растение. Оно неприхотливое, хорошо впишется в любой интерьер. Для кошек и собак оно не представляет никакой опасности. Комнатная роза красивая, абсолютно безопасна для домашних животных. Ухаживайте за цветком и следите за тем, чтобы питомцы не наносили вред растению и не кололись его шипами. Петрушка, базилик, мята – все эти домашние растения абсолютно безопасны для животных. А как они полезны для самих владельцев? Все эти растения можно использовать в качестве добавок к столу. Несмотря на свой грозный внешний вид, кактусы абсолютно безвредны для домашних животных. Правда, стоит внимательно следить за тем, чтобы питомец нечаянно не поранился об иголке растения в очередной раз, когда захочет его изучить. Таков наш топ-7 безопасных для домашних животных комнатных растений. С ними вы сможете создать уют в доме, но при этом не навредить вашему питомцу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!